сохраняет эту традицию, приглашает команды на традиционные турниры здесь, на его народской земле. Я уверен на 100%, что Володя смотрит на нас, радуется, что мы можем строить планы, что мы можем строить спортивную карьеру. От руководства десантного братства хотел бы сказать, по всей России шестую роту помнят все. Они погибли, можно сказать, с каждых регионов нашей страны. Вот я говорю, что в этом турнире присутствую уже в первый раз и постоянно вижу, что ребята стремятся к тому же спорту, стремятся выигрывать. Каждый момент.